Каждый год на праздник Пасхи родители Иисуса ходили в Иерусалим. Когда ему было 12 лет, они, как обычно, пошли на праздник. После окончания праздника, когда все возвращались домой, мальчик Иисус остался в Иерусалиме. Но его родители об этом не знали. Полагая, что он идет среди других путников, они после целого дня пути стали искать его среди родственников и знакомых. Не найдя, они возвратились в Иерусалим искать его там. Через 3 дня они нашли мальчика в храме. Он сидел среди учителей, спрашивал их и задавал вопросы. Все, кто его слышал, поражались его пониманию и его ответам. Родители были изумлены, увидев его там. «Сынок, почему ты так с нами поступил?» – спросила его мать. «Твой отец и я беспокоились и искали тебя». «Зачем же вы искали меня?» – спросил он. «Разве вы не знали, что я должен быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли, о чем он им говорил. Он возродился с ними в Назарет и был послушен им. Но все, что произошло, его мама хранила в своем сердце. Иисус взрослел и становился мудрее. Его любили и люди, и Бог.